Свет, привет, прости, пожалуйста. Кристин, ну где тебя носит? Я уже замерзла тебя здесь ждать. Ну я проспала свою остановку. Опять в интернете всю ночь сидела? Не всю, только до трех. Кристин, спать нужно не меньше 8 часов в день. А ты? У тебя же настоящая зависимость. Какая зависимость? Компьютерная. Ты думала, зависимость может быть только от алкоголя и табака? Нет, так больше продолжаться не может. Пошли. Как вы считаете, существует ли проблема интернет-зависимости? Ну, я думаю, да, потому что многие люди, они на этом и деньги тратят, и как бы забывают вообще, кто такие родители, потому что они постоянно сидят в интернете, им как бы все равно на окружающий мир и на своих друзей, они, главное, что там в социальных сетях, и им всегда на все наплевать. Ну, люди зависают постоянно в интернете, сидят, и у них заостряется на этом все. Вся жизнь проходит мимо. То есть они виртуальные ценности предпочитают настоящим. Как вы считаете, существует ли проблема интернет-зависимости? Существует. В чем она проявляется? В том, что дети намного больше уделяют внимания интернету, нежели урокам и работе. Вот у меня брат, он тоже завис так. Сидит, не отлезает от интернета. Вот только в нем и сидит. Ну, не знаю, я считаю, такой проблемы нет. Ну, возможно, есть у многих людей, да? Но не у большинства. Половина из этих людей, которые считаются интернет-зависимыми, на самом деле пользуются интернетом только, чтобы узнавать новости. А вы сами сидите в интернете? Да, посещаю. Зависаете? Ну, мне бы хотелось сказать, что нет, но сложно сказать. Надеюсь, что, ну, нет, наверное, все-таки то, что я понимаю под зависает, нет. А что вы понимаете под зависает? Ну, это когда очень много проводишь времени, не по делу. А если по делу, то, в принципе, это тебя оправдывает. Если у вас есть дома интернет, вот, его нужно дозировать правильно. Проблема компьютерной зависимости как таковая на сегодняшний день возникла не случайно. Слишком много желаний и искушений. Не у всех есть возможность реально воплотить свои мечты в жизнь. А позволить в компьютерной игре это может себе каждый. Почти в каждом доме есть компьютер. И у тех, у кого есть компьютер, в непременном ассортименте наблюдаются компьютерные игры. К сожалению, этой зависимости подвержены не только подростки, не только девчонки, мальчишки, молодежь, но и их родители, и довольно взрослые люди. К сожалению, в России принято считать зависимостью зависимость от табака, алкоголя, наркотиков. Безобидные игры, так называемый гемпинг, на сегодняшний день приобрел тот размах, ту страшную, чудовищную зависимость, которая губит наше поколение, которое из реально действующих, реально думающих, реально мыслящих и мечтающих превращает людей, у которых туннельное мышление, для которых победы, для которых ранговые чины в освоении игр приобретают решающее значение, и жизнь их приобретает виртуальный характер в большей степени, чем это могло бы осуществиться у них в жизни, в любви, в дружбе, в реальном осуществлении их желаний. Ну вот и сейчас у вас возникает постоянная потребность держать в руках тот гаджет, который на сегодняшний день называется мобильный телефон. Частое использование, безмерное пристрастие к этому – это тоже своего рода зависимость. Кристин, ну опять ты со своим телефоном, ну сколько можно? Ты что, не понимаешь, что это вред для здоровья? Что вредного-то? Ну, зрение портится от твоих этих гаджетов. Подсветка нулевая, излучения никакого, я совершенно здорова. Ну если ты мне не веришь, то пойдем к специалистам, пусть они тебе объясняют. Ну, ладно, пойдем.
Скажите, пожалуйста, правда ли это, что сидеть за компьютером вредно для здоровья? Сидеть за компьютером бывает вредно, если вы сидите за ним долго, не чередуете нагрузку и отдых. Вот. И если изначально у вас есть какие-то проблемы со здоровьем, то они, естественно, могут усугубляться. Рекомендуемое время сидения за компьютером все-таки оно в пределах максимум составляет 2 часа. Вот. Ну и дальше надо обязательно сделать небольшой перерыв, в котором надо обязательно подвигаться. Движение, ну, чтобы нагрузка была активной и такой разнообразной. Ну, длительность перерыва, ну, хотя бы, чтобы составляла 10-15 минут. Правда ли, что компьютеры и телефоны вредны для зрения? Да, конечно. Потому что длительное сидение за компьютером очень, так сказать, портит зрение, глаза напрягаются, устают, повышается избыток напряжения аккомодации, это возможно развитие близорукости, синдрома сухого глаза, когда глаза постоянно моргают и, в общем-то, недостаточно слезы. И, в общем-то, нарушается кровообращение в глазах, глаза краснеют, болят, в общем-то, действительно трудно. И даже от телефонов? И от телефонов, и от айфонов, и от компьютерных игр, приставок различных. До 3 лет вообще детям нельзя сидеть с компьютером, хотя сейчас очень многие сидят. А школьникам не больше получаса в день. Но обязательно надо делать перерывы. То есть позанимались минут 15, пошли погуляли, умылись. А есть какая-нибудь гимнастика для глаз? Да, есть гимнастики для глаз, очень их много. Но самая такая оптимальная гимнастика – это нарисовать метку на стекле. И попеременно смотреть то на эту метку, то вдаль. То есть тренировать аккомодацию. Ну что, Кристин, ты поняла, что такое компьютерная зависимость и как это вредно? Ну да, надо сесть в интернете поменьше. Ну и чудненько. Надеюсь, в следующий раз не опоздаешь. Я сегодня пораньше лягу. Ой, Кристина, мой автобус. Ладно, я побежала. Давай, пока. Пока.